Доброе утро всем. Чарли там лежит и боится. Знаете, чего боится? Ветер на улице. Ну, естественно, сейчас это не запутать. Хотела вам посмотреть, показать, сколько у нас с утра градусов. Это на улице. Видите время сколько? А это дома. Вот ветер. Ветер, ветер, ты могучий. Чарли боится. То есть у нас уже с утра. Фу, жара. Офигеть. Такой ветер горячий. Так вот, лето. Ах, лето. Так что, когда ветер, кожа так сохнет. Пойду чем-нибудь намажусь. И пойду завтракать. На обед у меня сегодня будет фидуа. Рецепт есть на канале. Это я заготовки, скажем так, сделала вчера. Вот, поджарила вот такие макарошки. Сделала зажарку. Вот. И сейчас буду, скажем так, доводить до ума. Очень вкусное блюдо. Ну, это как паста с... Нет, даже не паста. Фидуа – это фидуа. И все. Она и в Африке фидуа. Если хотите сделать, то пожалуйста. На канале есть рецепт. Все подробненько объясняю. А я сегодня такая вкусняшка у меня будет. У меня я еще на днях готовила бульон из рыбы, из головы, помните? И поэтому у меня будет сегодня вообще на бульоне, на рыбном. Ну его, в принципе, и надо на бульоне делать. Так это бульон, это, знаете, он трясется, ну как холодец. Смотрите. Видите, насколько он это, как заливная рыба. В общем, буду готовить. Результаты вы увидите через несколько секунд. Еще у меня третий день уже висит белье. Сушится. Пока варятся там макарошки. Белье надо все-таки снять, а то оно, наверное, уже выжарилось вся. Такой вот у меня вкуснятина получилась. Это алиоли. Чеснок с майонезом. Все. Всем приятного аппетита. Подкормила свою закваску. Кстати, с нее нормально с ней. Выбросила половину. Потому что уже прям целая банка была. На следующей неделе буду хлеб готовить еще печь. Потому что у меня там осталось больше половины. Но... Так что пока все идет нормально. Пока жива моя заквасочка. Сейчас буду пить кофе с макаронами. Макаронс. А у них вот такая крышечка. Чучи несу. У него будет сегодня банный день. Да, Чуч, а то жарко. А тебе нужно купаться. Ой. На, купайся. А, это ревнивец. Que pasa? Que? Que pasa? Pero no importa, pi, 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 porque llevo torta, pi, 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 vamos de paseo, pi, 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 con el coche feo, pi, 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 pero no importa, pi, 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 porque llevo torta, пи пи пи. Да, песни поешь так. Ну нифига себе. Еще хочешь? Иди со мной туда. Иди со мной. Vamos de paseo, пи пи пи. Con el coche feo, пи пи пи. Pero no importa. Все, не хочет. Пи пи пи. Вот так вот и проводим день. Вот такие вот у нас песни. Да. Ну, это пожелание у него, знаете. Сейчас у него какое-то игристое желание, и поэтому вот он так вот решил спеть. На. Вот, вот. Хотя время еще рано даже для гульбы, для всего. Сегодня хочу на пляж поехать. Вы знаете, у нас
с этой пандемией у нас пляж, есть собачий пляж. Очень мало пляжей, где можно с собаками. На испанских пляжах нельзя с собаками находиться. И вот в нашем городе есть такой участок, скажем так, где можно с собаками. Я в прошлом году ездила. Его закрыли, и вот я сегодня увидела, что наша мэша написала, что опять открыли собачий пляж, так что можно прогульнуться туда. Сегодня клиентка приходила, говорит, вода ледяная. Блин, когда она согреется? Я говорю, в смысле? Уже, говорю, сколько времени, нет ни шторма, ничего. Она говорит, ну холодная вода еще. Вот, а я, если вода холодная, то я не купаюсь. А загорать я не люблю, загорать, поэтому как бы не вижу смысла ездить на пляж. Но вот сегодня хочу проверить. Поеду с чаем прогульнусь. Я сделала себе кофе. Макаронами буду. Макароны. Вот такие вот. Я их не поела. Еда вся осталась. Теперь на неделю опять. Еды на неделю. У меня еще крылышки со вчерашнего дня остались. В общем, все, готовить на этой неделе я не буду. Там всего до всего. Вот проедем сегодня, посмотрим. Обожаю, кстати, макароны. Это такая вкуснота. Вы любите? Это нереально вкусно. Кстати, говорят, что самим делать их очень трудно. Буду наслаждаться. И смотреть сериал. Кюма, я меняюсь. Ради вас, ради того, чтобы быть с вами. Поверь, я стараюсь. Покупаться не удастся и не удалось. Ну, значит, займемся спортом пешим. Ветроган такой страшный, прям сильно. Самое интересное, дома-то нифига нет никакого ветра. Я под вентилятором весь день сидела. Вентилятор он называется, ну вот этот, под потолком, который дрюн-дрюн-дрюн. Вот. А тут такое ураганище, приехала, думаю, нифига себе, все улетает. Очень странно. Ну да ладно, и знаете, нужно смотреть в эти, в погоду. Там правда показано, что ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду. Мне так вот эти дома нравятся, но они так далеко от города, в общем, сюда здесь без машины, ну или вот отпускной вариант. Все, третьего не дано, потому что прям на отшибе далеко. А так мне очень нравятся эти дома, балконы даже больше, чем дома. Внутри-то я не была. Зато гулять так хорошо, обдувает себя ветерок, и совсем не жарко, и птички поют, и мухи не летают. У меня Чарли забыл, как сидеть. Совсем дурачок. Я пыталась его сейчас усадить, он не садится, забыл. А еще, знаете, у нас новость такая, уже дня два ходит, что в нашем городе 7 зараженных есть. Представляете? Вот, 7 человек. Море, слышите, как шумит? Вот, просто скажешь, 7 человек, фигня. Потом из этих 7 может образоваться весь город. Ну, в общем-то, написано, что они все под присмотром. Блин, ветер. Вот. Ну, в легкой форме, все дома, на домашнем аресте. И вот сейчас выявляют, с кем они контактировали, эти люди, чтобы их тоже проверить, сделать тесты. Вот так. У нас сейчас все шарахаются друг от друга. Все в масках еще сильнее. В общем, трындец. Не было печали, просто уходило лето. Это, как говорят испанцы местные, поненте. То есть вода опять смешается, опять будет холодная, ледяная. Так вот, потому что
если оттуда идет вода, вот, волны, это Поненте, за куда заходит солнце, а оттуда всходит Леванте. До Леванте волны поменьше и вода теплая идет. А там Атлантический океан, залив, пролив, кто он там, Гибралтарский пролив. И оттуда вода холодная прибывает, в общем, да. Какой-то маратон проходит, тут они велосипеды, потом бегом бегут. Тренер, кстати, с нашего спортзала, в который я хожу, такой ветроган. Вода, кстати, не холодная, а хорошая, а из душа вообще теплая. Видите, они вот так вот едут. Потом вот так бегом бегают. В общем, какой-то маратон у них тут. Барчики, ресторанчики, черенгито вот такой вот там. Сидят, кофе пьют, выпивают. Море хорошее, но волны. И ветер, ветер с моря дует. Смотрите, какой балбес дома. Сид. 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 Смотрит, как будто он не знает это слово. Сид. Так вот на жопу надо нажимать и сажать. Сид. Мой вен. Сид. 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 Ай. Мой вен, Митико. Сид. Так надо учить собаку, чтобы она сидела. Жопу вот так его сажать и все. Сид. 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 И это мой затея. Сид. Ай. Мой вен. Вы знаете, он дома просто за вкусняшки все это делает. А тут скажешь, за спасибо, что ли? Да иди ты нафиг. Сама садись. Вот, а дома он просто даже с одного взгляда, он мне, знаете, когда увидит в руке вкусняшку, чучи, он и садится, и ложится, причем без команды, сразу все, что он знает, он мне делает. А тут вообще, он раньше делал, а сейчас вот просто закозлился, и все, и не хочет. Ложится. А садится, вот такой смотрит на меня, типа, что ты от меня хочешь, как будто это слово... Ой, блях-мух, машина ездит, первый раз слышит. Вот так вот. Тоже бывает упрямый, как баран. Сид. Сид. Видите, какой упрямый? Сид. 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 Нет, это не сид. Ай, сид. Muy bien. Сид. 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 Так жопу сажать надо и все. Сид. Muy bien. Мы все равно тобой без чучи выучим. Бам. Смотрите, магия. Сид. Сид. Вы видите? Вы поняли? А? А на пляже что ты мне делал? Не садился. Тумба. Но. Тумба. Смотрите. Вольта. За чучу, мать родная. Сид. Ну, вы видите? Ну, понятно, да? Ладно бы не знал команду, прекрасно ее знает с месяца, но за спасибо, сама говорит, делай за спасибо, а за чучу с одного взгляда, вот такая вот собака, собака. Сейчас пойду, ноги прям в это,
Смотрите. Сид, вы видите прикол? Дома, пожалуйста. На улице нифига. Скотина такая, а? Непослушный какой. Тумба. Тумба. Ну, вы видите, а? Ты почему на улице не такой послушный? От ветра у него, смотрите, какие глаза грязные. Надо сейчас промыть. Продажный какой. Ой, такие вот они, собаки. У меня вот тут душ есть. Я вот так вот поливаю. Джин-джин-джин-джин-джин. Потому что у меня все сандали в камнях. Поел и улегся. А я уже тут монтировать буду. И поняла, что с вами не попрощалась. Всего самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. И всем пока-пока. Я тут арбузик ем.